Доброе утро, дорогие друзья. Это «Утро дома». Меня зовут Юлия Крапивина. Я Константин Октябрьский. Хочу вам напомнить, чтобы вы смотрели нас и в социальных сетях тоже. В Фейсбуке, Инстаграме и ТикТоке. Давай, Костя, сейчас напомним, что будет в нашей программе. Есть мясо или не есть? Все о вреде и пользе вегетарианства. Рейтинг расточительности. Какие самые пафосные подарки дарили звезды своим детям? Женщина на миллиард долларов. Все об истории Мадонны, Луизы, Вероники и Чиконы. Роботы-компаньоны. Как гаджеты помогают одиноким и пожилым людям. Сделай сам. Как изготовить салфетки, влажные салфетки своими руками, без вредной химии. Об этом и многом другом сегодня в нашей программе. Итак, сегодня 7 декабря, понедельник. Прекрасный день для любых начинаний. Начнем мы с рубрики «День в истории». В этот день, в 1870 году, из жизни ушел украинский композитор Михаил Вербицкий. Он родился в живописном селе Яворник-Руськи. Сейчас это территория Польши. После смерти отца-священника ребенка воспитывал дальний родственник, епископ Иоанн Снегурский. Михаил обладал невероятным голосом, покоряющим слушателей с первых секунд. В 14-летнем возрасте мальчика приняли в церковный хор, а основательное музыкальное образование он получил у известного чешского композитора. Посещая занятия во Львовской духовной семинарии, Михаил с легкостью совмещал учебу и музыку. Его любимым инструментом была гитара. Без посторонней помощи он освоил игру на ней и первым в Украине создал самоучитель игры на шестиструнке. Всемирная известность пришла к Михаилу Вербицкому после написания музыки для национального гимна Украины. Над ней композитор работал в паре с этнографом Павлом Чубинским. Также он создал мелодии к более чем 20 театральным представлениям. Фанатично любил поэзию Тараса Шевченко и мечтал написать музыку ко всем его произведениям. Михаил Вербицкий прожил всего 55 лет. Похоронен на кладбище польского села Млины. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения народной художницы-самоучки Екатерины Белокур. Она появилась на свет на Полтавщине в зажиточной крестьянской семье. Екатерина рано научилась читать, поэтому учебу в школе для нее сочли бесполезной. Вместо этого девушку заставляли заниматься домашней работой. С 14 лет она начала рисовать, но родители были категорически против ее увлечения. Из-за отсутствия школьного аттестата Екатерина не смогла поступить в художественный техникум. После очередного скандала с родственниками она даже пыталась покончить с собой. Невзирая на все трудности, Белокур продолжала творить настоящие шедевры. Как-то она написала письмо известной певице Оксане Петрусенко и отправила ей один из своих рисунков. Талант Екатерины настолько впечатлил певицу, что вскоре о художнице-самоучке и ее неповторимых цветочных композициях узнал весь мир. Работы Белокур отличаются особым стилем. В них присутствует тщательная детализация, ведь свои цветы она рисовала только с натуры. Картинами украинской мастерицы восхищался даже испанский художник Пабло Пикассо. Но, несмотря на всемирное признание, Белокур продолжала жить в старой избе с больной матерью. Художница скончалась в возрасте 60 лет, после операции на ногах. Ее картины хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства в Киеве, в Яготинской картинной галерее и музее-усадьбе художницы в ее родном селе Богдановка. 7 декабря 1988 года произошло самое разрушительное землетрясение в истории Армении. Сила подземных толчков достигала 10 баллов. В результате бедствия был практически уничтожен город Спитак. По официальным данным, число жертв превысило 25 тысяч человек. 520 тысяч жителей остались без крова. От стихии пострадали 21 город и 324 деревни. После землетрясения Советский Союз впервые со времен Второй мировой войны принял международную помощь. 111 стран были задействованы в ликвидации последствий катастрофы. Специалисты утверждают, во время землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву 10 атомных бомб. В память о трагическом событии сняли документальные и художественные фильмы. 7 декабря в Армении отмечают День памяти жертв землетрясения. А каким будет 7 декабря 2020 года, зависит от каждого из нас.